Так, прохладный запуск Opel Omega B 2.0 бензин. И смотрим на расход. Сейчас поставим. Какой у него будет. Прям для мелочный стенд. Вот. В час 6-5, ну это на таких оборотах 3-8 литров в час. Включаем передачу, поехали. Оба разгоняются, сама педаль не жму. Вот такой расход. Opel Omega B, разгон до сотни. Не спортивный режим стоит.